Принц приближался к тому месту, где держали меня. И вот он услышал голос. Продолжить историю с этого места? Много лет назад мы с Махараджи Индии отправились на остров Времени, чтобы раскрыть его тайны. Мы увидели безрадостные пустынные руины. Острова обратились в лицо. Странные письмена угрожали стены замок. Истории, в которых говорилось об императрице Времени. Но следов этого загадочного существа мы не нашли. Но в Индии мы вернулись с добычей. Посох, кинжал, пустые песочные часы, украшенные драгоценными камнями. Книги! Какие секреты в них хранились? Уже тогда я был стариком и знал, что жизнь моя подходит к концу. Эти книги подсказали мне, как стать бессмертным. Но мне нужна была сущность самой императрицы. Могущество бессмертного. Мне не дано было найти ничего. По крайней мере, я так думал. Я занялся другими делами и оставил мечту о вечной жизни. Но потом... 4 недели назад кинжал зашевелился и стал показывать мне разные картины. Нашептывал во сне. Он звал меня сюда, в Вавилон. Но у Махараджи не было таких видений. Он не позволял мне отлучаться. И я убил его и забрал себе его королевство и его армию. Теперь ничто не могло остановить меня на пути к заветной цели. Принц выхватил оружие и безрассудно бросился в бой, чтобы спасти меня. Казалось, предыдущие приключения ничему не научили его. А может быть, он просто был ослеплен страхом и яростью. Вот как это случилось. Вот так я умерла. Нет! Визирь! От
Ты, должно быть, принц Персии, который вернулся домой. Боюсь, слишком поздно. Думаю, у меня есть кое-что твое. Нет! Кайлина! Прости меня за то, что я натворил, где бы ты ни был. В следующий раз мне продолжить историю с этого места? Продолжать отсюда, когда ты вернешься.
Снова я становлюсь причиной страданий людей. Я забрал Кайлину с острова времени и изменил ход истории. И если у меня не было песка времени, значит, я не путешествовал в Азад и не убивал визиря. И вот он жив. И им движет все то же безумное желание. Я обещал, что с ней будет все хорошо. В следующий раз мне продолжить историю с этого места? Я все дальше углубляюсь во дворец, и я все дальше от врага. Моя рука! Что случилось? Что со мной сделал визирь? Я не... Круг замкнулся. Принц воскресил своего величайшего врага. А что еще хуже, он случайно предал меня в его руки, и на Вавилон обрушился кошмар. И как будто бы этого было недостаточно, принца самого чуть не поглотили пески. Он избежал гибели, но больше не был таким, как раньше. Проснись, принц. Проснись. Проснись. Путь назад закрыт, так что тебе придется найти новый выход из этих стоков. Продолжать отсюда? Хорошо. Это удачное место, чтобы продолжить с него историю. Шевелись.